Ребята, сегодня был просто сумасшедший день. Не зря говорят, понедельник день тяжелый. И вот это вот у меня терапия. Потому что такие облака бывают, наверное, только в какое-то время. А приветствую вас категорически. Я после работы бегу по делам. Значит, что произошло? Я сегодня каким-то образом забыла термокружку закрыть. То есть я ее закрутила, но вчера, когда вам снимала ролики, я кнопку обратно не отжала. В итоге у меня все мокрое просто. Слава богу, что чеки не подмочила. Наше было бы очень-очень сильно неприятно. Следующим вариантом... Вот, кстати, там вот ребята катаются на скейтах попой. А следующим было... Оказалось, что я ума пропуск. И проездной, и карточку. Мне нужно было обновить проездной, а карточка рабочая. Ну, в общем, все осталось дома. Вот, так что часть дня пришлось ездить на жетонах. А вот, а загрузка. Люди. Много людей. У ребят закончились пары. И вот прям так оживленненько получается. А вот, в общем, красота. И я такая вся какая-то взмыленная. А домой я возвращалась, народ, полтора часа. Я так долго домой еще не возвращалась. Поехала другой дорогой, чтобы сэкономить на жетонах, потому что нету денег. Вот, с собой. Поэтому как-то так. Но день еще не закончился. Еще впереди ждет меня учеба и много всего интересного. А мы с вами увидимся в продолжении влога. Пока. Народ, вы не поверите, где я только что была. Никогда в жизни не догадаетесь. В общем, короче, то, что я вам рассказывала по поводу того, что мой друг поступил в универ, его срочно вызвали на работу, а я как раз освободилась из своей подработки. В итоге сейчас была на лекции, все записывала, все фиксировала, фотографировала и так далее. Очень круто. Меня аж вольтом ведет. Особенно очень после очень классного продуктивного дня. Сегодня всего лишь вторник. У меня такое ощущение, что уже месяц ноябрь. Вот, потому что сегодня, я не знаю, я успела, наверное, перебрать 1000 книг, если не больше. Это был просто ужас. Тихий, громкий и так далее. У меня слов вообще никаких не осталось. А вот, я предполагала, что мы будем использовать в помощь ребят, которые учатся, да, собственно говоря. Не, нифига. У меня в голове осталось только нецензурное, потому что две группы по 30 человек на каждого. То есть всего 17 комплектов учебников. Представляете, да? 510, то есть 1000 только учебников прошла сегодня через мои руки в плане подачи ребятам, которые первоклассники, я их называю. Вот. А я не говорю о том, что были выданы книги на руки и выдавались на урок какие-то предметы, поэтому просто трэш. Это, представляете, это если каждый по полкилограмма считается, да? Это выходит полтонны. И было учебников выдано на руки около 400. Вы представляете? Я не знаю. У меня просто нету слов. Одни мысли. Причем это же
туда и обратно, и нагрузка, ну, невозможно посчитать нагрузку только таким образом, что ты вот перенес. Ты транспортируешь, то есть я перенесла, составила по стопкам, потом это все перевозировалось на тележку, потом с тележки это все раздавалось, то есть это получается тройная нагрузка. Я не знаю, какой я буду завтра, пока сейчас еще на каком-то адреналине все это двигается, но просто вот у меня остывший чай, у меня даже обеда не было сегодня. Поэтому я лечу бегом домой, прощаюсь с вами во вторнике. Мы увидимся, это же сборный влог, увидимся далее по неделе, как оно будет двигаться, кто его знает, вот я до следующей локации. Вот просто не знаю, почему-то мне очень сильно нравится снимать, когда я куда-нибудь поднимаюсь или еще что-нибудь. Друзья, мы сегодня в локации Среды. А я вот такая. Тепло, очень тепло. Не вылезаю из осенней обуви, потому что, ну, такое. Утром выходишь 4 градуса, вечером вот сейчас 18. Вот. Но если днем я могла себе позволить без куртки пройтись, то сейчас этого как бы не сильно выйдет. Я не знаю, какая я буду к пятнице и выходным, чтобы снять вам отдельно влог выходных. В общем, собираю информацию тогда, когда есть возможность. Я просто уже в невменяемом состоянии. Конечно, выдача учебников — это просто что-то с чем. Вот. В голове куча идей, которые хочется реализовать по поводу учебы, а по поводу видео, по поводу учебы. Надо как-то за это дело сильно взяться. Ой. Вот. Сейчас никто не едет. Смотрите. Конечно, очень здорово. Это я, видите, по хорошей освещенности иду местности. Это мне очень сильно повезло. Иду очень медленно домой. Мне осталось не так много, но тем не менее ползу. В прямом смысле ползу. Что будет завтра, я не знаю. Нам еще осталось выдать учебники двум группам. Вот, и что-то я уже дохлый. Так что дай бог мне отдохнуть. И, ну и как бы мои планы по поводу учебы, то, что я расписала себе расписание. Я вчера его доделала по основным предметам. Я вам, в принципе, покажу. Вот, у меня голова отключается, так что посмотрим, увидим, расскажу. Пока. Топают свои подработки. Вот такая у нас уже желтая красота. Где-то местами, где-то. Сегодняшняя локация — это. Боже, какой сегодня день? Сегодня пятница, точно. Ребят, все. Бобик сдох. Не нужно учить много всего всякого на выходных. Потому что за учебу все-таки как ни так или иначе взяться придется. Как-то очень сильно тяжело мне далась выдача учебников, как я их называю, первоклашками. Ой, а на следующей неделе еще первые курсы придут. Такое уже заочное отделение.
как это будет происходить, а кто его знает, если я такой духлый. Иду, вот у нас вот такая вот красота, очень хороший погожий день, без облаков, без ничего, прелесть. Сейчас мне нужно добежать до места встречи. День еще долго не подойдет к концу. А вот надо с собой, надо вечером взять себя в руки и все, что я планировала, все-таки посчитать, ну, посмотреть, посчитать. Вот, потому что кто смотрит за моей жизнью, за блоками, тот, наверное, не совсем знает о моих грядущих сумасшедших планах поступления. В общем, надо готовиться не только к сессии, ну вот, и как бы это кажется, что год впереди. На самом деле времени крайне мало. Так что рабочая неделя, ну, можно считать, по подработке подошла к концу. По моему магазину я еще буду составлять контент-план. Вот. А так увидимся уже в следующих влогах. До новых встреч, друзья. Пока.